Всем доброе утро. На завтрак у меня омлет. В составе яйцо 70 грамм и 70 грамм молоко. Хлебец клюквенный 10 грамм, 13 грамм сыр тильзитер и растворимый кофе с заменителем сахара. Всем приятного аппетита. На обед у меня сегодня куриная котлета 80 грамм, кусочек ржаного хлеба 50 грамм, диетический суп овощной с куриной грудкой 250 грамм и 50 грамм имбирь маринованный. Всем приятного аппетита! На перекус у меня 3 сырника, здесь 228 грамм, 9% творог и черный чай. Всем приятного аппетита! На ужин у меня сегодня отварная грудка 75 грамм, ржаной хлеб 50 грамм, пассированный лук с морковью без растительного масла на 80 грамм и зеленый чай. Всем приятного аппетита! Открываю таблицу калорийности. Сегодня воскресенье, 28 июня. За весь день я набрала 1154 калории. Везде очень хорошо вписалась жиры, белки и углеводы. Питьевой режим получился 1 460 грамм. Открываю питание. Завтрак 240 калорий. Яйцо куриное, молоко, это был омлет, значит, 109 калорий, в яйце 37 калорий, в молоке 2,5% у меня молоко было, хлебец один на 31 калорию, сыр кусочек на 13 грамм, 42 калории, обед 229 калорий, котлета куриная в панировке 80 грамм, 109 калорий, суп овощной с куриной грудкой 250 грамм, 61 калория, имбирь маринованный и кусочек хлеба. Хлеб у меня был 50 грамм, но я половину не съела. Взвесила то, что у меня осталось. Осталось 25 грамм. Ну, соответственно, 25 грамм я съела. Полдник. Полдник был, конечно, сильно калорийным, но я давно не ела сырники, давно мы их не делали. Сырники из 9% творога очень калорийные. Если творог был обезжиренный, то сырники были бы в два раза менее калорийными. Но что есть, то есть. Значит, придется прыгать вот от такой калорийности, чтобы покушать сырники. Ужин 223 калории, кусочек хлеба у меня был, лук пассированный с морковью без масла и куриная грудка на 75 грамм. Вот такое у меня сегодня меню. Всем большое спасибо за внимание, отличного вам похудения. Увидимся с вами в новом видео. Всем пока-пока!